бесплатно, и приток этих людей был огромен. Так вот, сегодня Кремль боится, что эта история повторится на выборах 4 марта, и при этом приток еще больше увеличится в связи с той волной, которая поднялась в декабре. Поэтому Явлинского снимают сегодня с выборов, чтобы не было кандидата, который таких кандидатов назначит. Дадим слово.